Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу нереально сложный, крутой, эффектный фокус с картами без подготовки. Поэтому берите карты и прямо сейчас смотрите демонстрацию. Так, в этом фокусе буду использовать всего лишь 8 карт. 4 вольта и 4 восьмерки. Смотри, у меня есть валет крести, валет пик, валет буби и валет черви. Раз, два, три, 4 вольта. Положим их вот сюда. Здесь же у меня лежат 1, 2, 3, 4 восьмерки. Смотри, делаем щелчок. И у меня уже здесь лежат 4 вольта, а здесь 4 восьмерки. Ну, если сделать такое движение, и вот так вот щелчок, то у меня появится 1 восьмерка. Положим ее сюда. И еще такое движение, и у меня появится еще 1 восьмерка. И еще такое движение, и у меня появится еще 1 восьмерка. Еще такое движение, и еще 1 восьмерочка у меня появилась. Затрезаем эту восьмерочку, эту стопочку с вольтами, берем этого вольта одного и кладем к восьмеркам. То есть у меня здесь восьмерка 3 вольта, здесь валеты 3 восьмерки. Щелчок. Теперь у меня здесь уже 4 восьмерки, а здесь 4 вольта. Все эти 8 карт можно отдать зрителю на проверку. Никаких дополнительных карт не использую. Ну что, ребята, я уверен, вам этот фокус понравился, поэтому прямо сейчас поставь лайк и напиши свое мнение в комментарии. А если ты хочешь видеть больше сложных техничных фокусов, бери и пиши комментарий больше техники. Ну и если ты впервые, возьми и подпишись на мой канал, потому что у меня на канале много крутых и интересных фокусов с картами. Ну а сейчас мы погнали обучаться. Let's go! Итак, ребята, вот и обучение на действительно просто шедевральный, крутой, эффектный фокус, с которым вы используете на самом деле 8 карт. То есть никаких дубликатов, никаких дополнительных карт. Это реально максимально чистый фокус с картами, используя всего лишь 8 карт. Поэтому прямо сейчас берите 8 карт, например, 4 вольта, 4 восьмерки и сразу обучайтесь. Смотрите, что вы делаете. Для начала вам нужно немножко зарядить эти 8 карт. Что я имею в виду? Вы берете и кладете, допустим, восьмерки в порядке. Красная, черная, красная, черная. Да, либо же черная, красная, черная, красная. Неважно. Но они должны обязательно чередоваться. Вольты у нас лежат в таком порядке. Красный, красный, черный, черный. Либо же наоборот, черный, черный, красный, красный. Окей. Что мы делаем дальше? Далее мы ходим к зрителю и показываем то, что у нас есть. Всего лишь 8 карт, 4 вольта, 4 восьмерки. И в моменте, когда мы показываем, мы здесь ставим брейк на двух картах, то есть на двух восьмерках. То есть смотри, у меня есть всего лишь 8 карт, 4 вольта, 4 восьмерки, все. Я уже поставил здесь брейк. Далее все дело подравниваю. Разумеется, брейк держу и забираю уже с брейка 6 карт. И эти две восьмерки я одновременно переворачиваю. Но чтобы это как-то более не менее скрыть, я делаю такое движение. Оп. И показываю рубашку этих якобы вольтов. То есть, типа, оп, все, перевернул. Вот, что я одну перевернул. Вот, перевернул две восьмерки. Здесь показал рубашку вольтов. То есть, вот, смотри. У меня есть 8 карт, да. Все. У меня здесь сейчас получается 4 вольта и 2 восьмерки. И что мы делаем? Мы берем, показываем валет черви, валет буби, валет пик. И последний валет, у нас здесь 3 карты, но мы держим как одну и просто переворачиваем 3 карты как одну. Окей, это пока что просто. Дальше мы отсчитываем 4 вольта, то есть вот 1, 2, 3, 4. Разумеется, у вас здесь тут не вольты. У вас сверху уже 2 восьмерки, но смотрите, что вы делаете. Вы берете 1, 2, 3, 4 и последнюю карту, четвертую, вы должны оставить здесь в этой пачке. Вот таким вот образом. То есть вот вы говорите 1, 2, 3, 4. В моменте эту карту обратно забираете и подравниваете только уже здесь 3 карты. 1, 2, 3, 4. И эту карту вы забираете, а здесь вы закрываете ваш дисплей. 1, 2, 3, 4. Бум, забрали, подравняли. Показали, что окей, смотри, вольтов я положу вот сюда. То есть по сути у вас здесь внизу лежит на самом деле валет. И вы кладете только 3 карты. Положили. Все. Здесь у вас 5 карт. И вот такая вот ситуация. Сверху 3 вольта и 2 восьмерки. Что вы делаете? Вы говорите, смотри, у меня здесь лежат, и делаете такое движение. То есть одну карту слистали, вторую слистали, третью чуть-чуть слистали, и здесь у вас 2 карты, но вы вытягиваете их чуть-чуть как одну. То есть вот, это очень важно. 1, 2,
3 и эту 4. То есть вы не достаете ее до конца, просто взяли, чуть вытащили, показали, что якобы 4 восьмерки. Все. И аккуратненько задвинули. Таким образом, вы уже зарядили вашу стопочку под MSLeakAut, чтобы показать то, что у вас здесь 4 вольта. Вы делаете щелчок и показываете, что на самом деле у вас уже здесь лежат 4 вольта. И вы делаете обычный MSLeakAut. То есть одну карту, сразу же ее под низ здесь группу из 3 карт. Одна, одна. Окей. После этого вы сразу же переворачиваете, чтобы зритель не заметил, что 2 раза был валет пик. И говорите, а здесь 4 восьмерки. Но если я сделаю такое движение, берете верхнюю карту, слистываете на низ. Далее делаете щелчок, якобы забираете одну восьмерочку и слистываете сверху по одной карте. То есть вот, раз, два, три. И здесь у вас остается, получается, 2 карты. Но вы показываете ее как одну. Говорите, смотри, появилась восьмерка. Далее ее скидываете куда-то, допустим, вот сюда. Далее делаете то же самое, какое-то такое движение. Раз, два, и здесь у вас опять 2 карты, но вы переворачиваете как одну. То есть это обычный как двойной подъем, оп, 2 карты как одну. Перевернули, положили, положили ее сюда. Далее опять какое-то такое движение. Бум, то есть берете, получается, слистываете верхнюю карту, у вас здесь 2 карты, и вы все равно показываете как одну. Переворачиваете. И здесь очень важно аккуратненько взять и скинуть одну карту, чтобы у вас не было вот такой вот ситуации. Потому что для зрителя здесь у вас 2 карты. Вот вы берете и скидываете. Далее опять какое-то такое движение, и у вас опять появилась восьмерка. У вас здесь 2 карты, и вы делаете двойной подъем 2 карт, как одну. То есть вот взяли, бум, появилась опять восьмерка. Да? То есть ничего себе, пока, смотри, восьмерка. На самом деле у вас здесь 2 восьмерки. Но для зрителя создается иллюзия того, что это у вас одна восьмерка. Вы берете вот так вот эти 2 восьмерки к одну карту, вот таким вот образом. Поднимаете эту стопку, там где у вас 2 восьмерки и валет. Но для зрителя здесь 4 вольта. Говорите, окей, смотри, я отсюда заберу вольта. Переворачиваете его обратно. То есть вы показали, перевернули, забрали вольта и показываете. Смотри, здесь валет. Подсовываете к 3 восьмеркам. И говорите зрителю, что смотри, здесь у меня лежит восьмерка и 3 вольта, здесь лежит валет и 3 восьмерки. Щелчок, бум. Теперь у меня уже здесь лежат 4 восьмерки, а здесь 4 вольта. Фокус невероятно эффектный, кому-то покажется сложным, но он действительно очень-очень классный. И я советую выучить его абсолютно всем. Ребят, всем спасибо, пока.